бестактные вопросы. У тебя парень-то есть? У тебя что, нет парня? Ну что, парень-то появился? Ну что, когда замуж пойдешь? Ну, у тебя всегда с мужчинами были проблемы, да. А ты до сих пор одинока? А ты что, еще не замужем? Разводитесь, да? А почему ты еще не замужем? Вы же уже 10 лет вместе, и что, вы никак не пожить? А тебе не кажется, что тебе пора бросать курить? Он что, тебя бросил? Он не хочет жениться на тебе? А он не хочет жениться на тебе, да? А почему он тебя бросил? А почему он не хочет жениться на тебе? Тебе бы, конечно, замуж был уже. У вас не все в порядке в отношениях, да? Вы решили пожениться? Ты что, беременна? Когда ты уже забеременеешь? А ты случайно не беременна? А ты не беременна? Ты что, беременна? Ты беременна. А почему у вас нет детей? По-моему, тебе надо бросить курить. Ну что, когда детей-то заведете? Пора бы уже детей родить. Боже мой, вы вообще собираетесь заводить детей? А почему детей нет, у вас проблемы? Ты такая худая, ты что, плохо ешь? А что грустная такая? Ты поправилась? Ты похудела? Ты что, опять на диете? Ты так поправилась? Блин, ты такая полная. Ты так поправилась? Ты так поправилась? Мне кажется, или ты поправилась? Тебе бы в спортзал походить. А ты в спортзал не хочешь походить? Зачем ты занимаешься спортом? Ты и так худая. А у тебя губы свои, а ноги, а волосы, а нос, а ногти, а шея, а ресницы, а колени, а сиськи. А сколько ты получаешь? А ты работаешь? Ты что, не работаешь? А откуда у тебя деньги? А тебе не кажется, что ты могла бы уже и бросить курить? Твой муж тебя содержит? Откуда у тебя на это деньги? А сколько получает твой муж? Это ты сама купила? А где ты взяла деньги? А сколько получаешь ты? Он что, тебе машину не может купить? А что тебе подарили на день рождения? Машину купила. А откуда у тебя деньги? Тебе бы на море съездить, такая бледная. У тебя такие синяки под глазами. У тебя такая ужасная кожа. Ты знаешь, тебе просто не хватает естественности. На море собрались, а деньги откуда? А чё ремонт не делаете? Ты такая бледная, болеешь, да? Выглядишь, конечно, ты не очень свежо, так вообще как-то. Заболела, наверное. Такая бледная. Такая бледненькая, без макияжа. Главное выглядеть ярко. Главное выглядеть интересно. Ты как-то сегодня выглядишь так грустно, уставший вид такой. А, ты не накрасилась, да, просто? А сколько тебе лет? Выглядишь старше. А почему ты не ешь майонез? Ты что, не будешь это есть? Вегетарианка? То есть ты не будешь есть мою свинину? У тебя такие сухие волосы. У тебя первые морщинки. А кто тебя научил делать такую прическу? Выделяться, главное выделяться. Тебе этого, конечно, не хватает. А ты борешься как-то с этим? Я за естественную красоту. Вот тебе этого не хватает. Это что, прыщ? Такое неудачное фото, вот это твое последнее. Ты меня, конечно, извини, но я как гуру стиля и эксперт моды хочу сказать, что этот цвет тебе не идет. Ой, что-то тебя так обсыпало. Ты что, бросила курить? Это ненадолго. Тебе бы брови сделать. Главное, это естественность. Это что, айфон? А это золото? А это натуральный мех? А это настоящий бриллиант? А что за кольцо он тебе подарил? Не Cartier. Но ты же вообще не красишься. Тебе бы накраситься хоть чуть-чуть. Прическу бы какую-то сделать. А то ты выглядишь, конечно, ну как-то... Ты что, живешь с родителями, да? Живешь в центре? Снимаешь? Господи, я просто прекрасна.